Находимся на Красной площади. Видим прямо мавзолей. Здесь вход. Также перед входом мы видим очередь стоит. Человек 20-30. Многие подумают, что это вся очередь. Но нет. Давайте попробуем найти конец этой очереди. Вот здесь просто первичный вход, а там вторичный вход перед рамками. А здесь именно стоит такая очередь. И это только начало. Сейчас мы посмотрим вообще, а где она заканчивается. То есть реально народ очень хочет посмотреть на Ленина. Давайте посмотрим, сколько народа хочет на Ленина посмотреть. Ну, очень много. Сейчас мы уже прошли несколько метров, а очередь еще никак не заканчивается. Я на самом деле уже сам жду, когда она закончится. Потому что в памяти может места не хватить. В памяти телефона может не хватить мегабайтов. И реально видеозапись может оборваться. Давайте-ка мы сейчас узнаем как раз такой эксперимент. Хватит ли мне сейчас памяти в телефоне, чтобы заснять всю очередь в мавзолей? Реально, просто если сейчас в телефоне память закончится и конец очереди мы не увидим, то будет очень и очень обломно. Но неужели повезет, неужели увидим? А вот и увидели. Вот здесь именно собирается очередь в мавзолей. Вот прямо на наших глазах. Плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Но и вот здесь как раз эта очередь вся тянется. А до того входа, который мы показали в начале этого выпуска. И вот здесь как раз тянется вся эта очередь, которую мы видели на протяжении всего выпуска. Ставим палец вверх, подписываемся на канал и до скорых встреч!